маленький крок людини, величезне стрибоко та містечко. Висадка на місяць. Це нам подарували дві дошки, які я умовно називаю фліпчарти. Фліпчарт це зараз трошки інше. Але тепер у нас є чим писати і на чому писати, наприклад, що лікар прописав для кутиків. Така одручна штука, дякуємо меценатам. У нас цілих два мецената це подарували. Без агрегаторів вже є, зараз цепляємо в няфі. Зараз, так, да, робимо в няфі. Я ще поцеплю цей от градусник. Така штука потрібна. Так, де Максим? Так що вітаємо з покращенням благоустрою кота-місточка. Ага. Ніки була. Зараз Олег нам інтерв'ю підшуміть, скажи, да? Скажи, підшуміть чи інтерв'ю? Вже перший лежить. Так? Да? Ну, тема хороша. Молоденька, ще, наверное, годик это плюс. Так, у Мурочки я все почистила. Скажи, я такая совсем молодая, но уже успела, скажи, две недели в клинике провести. Болели, а сейчас беги. Она вообще у нас такая любительница самостоятельно посидеть. Вот это вот ей бы вот отсидеть, ей не ручки, чтобы никто не трогал, скажи, дома мне будет хорошо. Скажи, да, война, война, обед по расписанию. Какашки, они, это святое. Вот, ну, что нам нужно, скажи, Мурка? Нам бы, скажи, вот лампы бактерицидные, которые используются в больницах, в палате, так как я лежала сама в больнице, я лежала под этой лампой сутками. Хочу сказать, и запах, конечно, и, точнее, воздух ионизируется, очищается все. А с учетом того, что у нас действительно большая скученность животных, нам эти лампы крайне необходимы. Стоимость этих ламп, по-моему, варьируется, ну, от 3,5 до 4 тысяч. Нам их надо сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Да, Мурка подтверждает.